Трудиться под началом собственных родителей снова могут разрешить одаренные молодежи. Министерство культуры решило поддержать творческие династии. Ведомство предложило отменить запрет для работников культуры брать на работу близких родственников. Такое постановление действует с 2013 года. Оно распространяется для сотрудников абсолютно всех государственных учреждений. Теперь же чиновники считают нужным сделать исключение для посвятивших свою жизнь театру, цирку, кинематографии, журналистике и другим профессиям, связанным с искусством. Авторы инициативы убеждены, что высокий профессионализм в этих сферах особенно часто передается по наследству.